так, но я уже дома зашла в овощную лавку, купила кабачки на завтрак. Знаете, как вкусно? На мелкой терке кабачок, одно яйцо, сыр добавить. Ну, можно суджук добавить или какой вы любите там колбасу. Получается вкусно, питательно и полезно. Так, Настюшка у меня заказала вот такие именно оливки. Мне нравится, в Биме беру, они такие вот солененькие, вкусные, но еще черных ей привезу. Так, 49 лир сейчас. Фасоль мы взяли с Денисом на завтрак, она сейчас 39 лир. Захотелось мне почему-то вот такого вот кефирчика, 200 миллилитров, 12 лир сейчас в Биме взяла, попробую на ужин. Так, это крестница взяла шоколадочку, 29 лир. Денис попросил виноград ему купить кишмиш. Сколько стоит, не знаю, потому что покупала это немножечко черешеньки. Смотрите, с ладошечкой, с маленькой взяла. Это и кабачки. У меня вышло дорого, на 100 лир. Я сама не ожидала. Вот такой набор продуктов у меня на сегодняшний день. А сейчас буду кушать вкусные ленивые голубцы. Кстати, вы готовите или нет? Итак, а на ужин у нас, значит, у меня ленивые голубцы с огурцами. У Дениса макароны по-флотски. Всем приятного аппетита! Итак, а сейчас приготовим вкусный салат с баклажанами. Просто режем в произвольной форме, какая вам нравится. Немножко масла, любимые специи, соль, перец, я не знаю, паприку копченую можно у кого она есть. И это все отправляем в духовку. Не жарим, а отправляем запекать. Я добавила соль, перец, немножко карри добавлю. И после того, как хорошо перемешаем, мы добавляем буквально пол столовой ложечки муки для хруста. И хочу на завтра, на обед еще себе как гарнир потушить фасоль, помидорчик добавлю. Хочу добавить в этот раз грибы, не знаю, будет вкусно или нет. Перчик, пасту. Пасту покупаю, кстати, в последнее время вот только такую из перца. Мне прям очень нравится. И лучок сейчас добавлю. Ну, надеюсь, что будет вкусно, как гарнир, почему бы и нет. Итак, листы я уже порвала, баклажаны у меня запеклись. Вот такую вот брынзу я использую, мне она очень прям нравится. И поняла, что у меня закончились помидоры, пришлось бежать в овощную лавку. 4 помидорчика, вот прям вот эти вот очень вкусные, розовые. 4 помидора и 1 лимончик у меня обошлось 24 лиры. Сейчас доделаю салат и покажу, как это все должно выглядеть. Все, немножко солим и сбрызгиваем лимонным соком. Поверьте, это очень вкусно. Так, ну а тем временем мое овощное блюдо готово. Здесь перчик, фасоль стручковая, помидорчик, лук, чесночок. Сверху посыпаем зеленушкой. О, это так вкусно! Скажите, пожалуйста, а вы любите такие блюда или нет? Понятно, что это гарнир для меня, не для мужчины. Но мне очень вкусно будет. Всем доброе утро, время 6:10 утра, еще даже овощная лавка закрыта, а мы с Червонкой уже собрались пойти на море купаться, что-то вообще не спится. Сегодня пятница, последний рабочий день, такая красота, отработаю, пойду на море. Спина у меня и у Дениса облезает, как мы сгорели последний раз, вот так что теперь решили днем обязательно уходить с моря часов до 11 на море. А потом, наверное, где-то только в начале 5-го можно выходить. Все еще спят. Пойдем, девулечка. Да что ж такое-то? Опять волны. Здесь вот почему-то летом, сколько вот замечала, практически все лето волны. Ну, сейчас-то последние дни мая. Дайте нам хорошее море. Ладно, все равно сейчас пойду купаться. Как вам новый закон? Слышали, наверное, многие, да, что в Турции теперь хотят отлавливать бродячих собак на 30 дней в питомник. Если их никто не заберет, то будут усыплять. Но я не знаю, я собачница, я с этим не согласна. У нас даже все большие собачки, все миролюбивые, никому не пристают, только вот если погладить, не знаю. Палка о двух концах. Конечно, очень много случаев, когда вот собаки нападают на людей, на детей, там, я не знаю, на маленьких собачек, кошек. Но у нас вот все хорошие махмутари. Да что ж такое-то с морем? Так, классно. На берегу сделала зарядку. И сейчас искупаемся. Ой, вода теплющая. Еще бы волн не было. Как время к выходным подходит, так волны начинаются. Так, представьте, что вы вместе со мной купаетесь.
Ой, какая волна идет. Не люблю я это делать. Даже не поплавать. Так. Ну все, окунаемся, пока волн нет. Ну, больших нет. Черонка вон меня сидит, ждет на берегу. Волны какие-то беспорядочные. И не туды, и не сюды получается. Всем доброе утро. У нас, смотрите, как преобразился магазин А101. Я что-то все раньше и раньше просыпаюсь. Сегодня вообще в 10 минут 6 проснулась. Лежала, пыталась заснуть. Думаю, что лежать? Пойду ходить. Время 6, людей нет. Сейчас заодно посмотрим, что там на морюшке у нас. Ну, больше чем уверена, спортсменов уже много. Так, ну сегодня волны поменьше, чем вчера. Так что сейчас приду, пойду прямо с утра купаться. Переоденусь, возьму червонку, пока народу нет. И пойдем с ней. Я почему-то думала, что здесь будет сейчас аншлаг, потому что на самом деле часов в 10 уже жарко становится. Я думала, будет очень много спортсменов. Ну, наверное, все спортсмены решили в субботу тоже поспать. О, смотрите, какая-то новая машинка появилась. Вроде такой не было. Тоже в идеальном состоянии. Прям коллекционер тут какой-то. Красота. Как только не завлекают туристов, вон и бочек понаставили, каяк поставили. Там вот тележка. Прикольно. Так, ну я уже почти дома. Иду и говорю, как же я правильно сделала, что пошла ходить, а не осталось дальше себя заставлять спать. Ну а вам, красавица, гору, хотя я сейчас почему-то плоховато видно, дымка, видите, какая-то. Ну, сейчас еще водные процедуры, ну а потом вкуснейший завтрак. Лежаки нам уже поставили, воду налили, химию накидали. Видите, вода еще зеленая. Ну, сегодня-завтра и можно будет купаться. В детском бассейне уже практически чисто. Так, на морешко пришли. Туристы уже тоже купаются. Вот засранка, куда она залезла. Иди сюда! Время 8, а я уже и походила. Четыре накупались. Четыре сегодня, кстати, сама в море забежала. Купалась, он все закудрялилась, идет. Так, ну и сейчас будем готовить вкусный завтрак. Так, ну что, такая вот вкусняшка у меня получилась. Суджук, кабачок, помидорчик и одно яйцо. И кофеечек. Всем приятного аппетита. Ну что значит, собачка набегалась, накупалась, лежит на балконе, кайфует. Кайфушечки у нее. Выходной день, а это что значит? Это значит, меня дома не найти. С утра на пробежку, потом мы поплали в море, позавтракали. Сейчас Денису говорю, нет, пойду я тогда на базар схожу. Мне кинза нужна, красный перчик, хочу люля сделать. И, наверное, все. Также хочу зайти в Вайкики померить шорты. Шорты джинсовые себе хочу купить. А то Денис говорит, в этом году надо летом до Коломны дойти на катере. Вот, чтобы было в чем. И что еще хотела вам сказать. Да, я юбку купила, эту джинсовую. Но купила на сайте Вайкики. Она стоила 350 лир. Настя точно такую же заказала. А в Вайкики, в самом магазине, 500 лир. Почувствуйте разницу, называется. Вот, если интересно... Давайте сразу прикреплю ссылочку на этот сайт. Может быть, вам это тоже пригодится с такой выгодой покупать. И вот сейчас хочу сходить померить шорты, определиться с размером. И Вероника мне опять закажет через этот сайт. Что из последних новостей? В понедельник или Вероника, или Гюхан вчера договорились, повезут нас в ветклинику с червонкой, чтобы там прививку подешевле сделать. Обязательно буду вас держать в курсе. Сколько нам вообще обойдется вывести черри из Турции? Понятно, что когда вы здесь находитесь такой длительный срок, надо и прививки делать, и все справки собирать. Если меньше 90 дней, то даже справку на вылет не надо брать. Красота. Вот, но так как мы задержались, придется это все делать. Вот поэтому мы хотим сэкономить, потому что там, ну, вот написали, что даже 25 лишь стоит, а не 30. Ну, посмотрим, не буду забегать вперед и заодно... Хочу узнать, ну, Гюхана или Веронику попрошу, опять же, чтобы задним числом поставили. А, ну, еще зайду, конечно, в Мигрос.
Мне сестра Дениса заказала рахат лукум гранатовый и с фисташками. Вот, хочу посмотреть, сколько он здесь стоит, и есть ли именно такой в наличии. Сейчас водичка всегда со мной, такая жара, без нее никуда. Шла-шла я, а тут какая-то ярмарка рядом с рынком сегодня. Так, выпечка. Еще выпечка. 20 лир. Масло, обувь. Филе ручной работы. Так, цветочки и крутовочки. Итак, вот номер один. Юбка, шорты. Так вот. Ну, в конечном итоге мне понравились только одни шорты, в принципе, которые вы и видели на мне. Так что их я и буду покупать, когда будут по акции. Так, ну и на базар. Так, 3 штуки 50 лир. Почему нельзя поштучно купить, не знаю. Так, ну мне надо только кинзу и перчик красный. Так, помидоры 15. Так, а кинзы что-то не вижу. Так, картошка 20. Да, принимали закон, что им кричать нельзя. Чуть-чуть помолчали и опять зазывают. Так, петрушка 10 лир. Дынька 30. Ой, вот это вкусная дынька 30 лир тоже. Вот такой беру всегда в Астрахани. Он чем заесть. Сейчас я ее возьму. Так, бананы 20. Газипаша клубника 60. 100 лир. Так, а перчик где? О, абрикосы 50, нектарины 40, ну, по 25 даже есть. Рыбы не хочешь? Арбузик 20, недавно покупали здесь и сили вкусный был. Ну, я обошлась малой кровью, кинза 20 лир, перчик 20 лир и лучок 15 лир. Так что 150 лир я спустила на дождь, получилось 55 лир я истратила на базаре. Ну, я посмотрела, что-то мне черешня не хочется. Мы недавно покупали с Денисом абрикосы тоже как-то. И хорошо домой, когда поем, если еще будут Настюшки привезти. Тутомник белый продается, 50 лир упаковка. Настя тутомник заказывала, но не знаю, довезем мы его отсюда или нет. Мне в голову пришла отличная идея. Я сейчас, наверное, подготовлю очень вкусный пирог. Вам заодно рецепт покажу. Во-первых, он легкий. Там теста не будет, сами увидите. Но он очень вкусный. Сейчас только зайду, сыр куплю. Ну и фарш сделаю с куриной грудки. Такой хороший у меня сегодня марш-бросок получился. Я сейчас покажу, что купила. Значит, зеленый лучок. На базаре я купила всего 3 позиции. Зеленый лук, кинза и перчик. 20 лир, 20 лир и 15 лир. Так, зашла в БИМ, купила хлебушек такой. Понятно, что это не наш черный хлебушек, но хоть что-то похожее. Очень хочется с маслом и зеленым луком, с солью. Так, вот такой вот сыр. Ну, я его очень люблю. Покупала в А101 по акции, был по 7, по 69 лир. Так, взяла вот такую вот фасоль. Будем с Денисом готовить винегрет. Так, ну и это я утром покупала, я уже говорила. Сегодня будем готовить люля и очень вкусный пирог. Итак, я, естественно, благополучно забыла вам тряпочку для окон показать. Покупала в Росмане, как и говорила уже. Их все хвалят. Вот мама Дениса говорит, то, что даже в России про них слышали. Поэтому я и купила. Ну,